54-летняя Ирина Вдовина пришла в ЦОН, чтобы открыть ИП. Но увидев стол с представителями властей и правозащитниками, женщина решила воспользоваться редкой возможностью и узнать у них про новый график выхода женщин на пенсию. Несмотря на то, что разобраться с пенсионным законодательством высокопоставленные консультанты ей не помогли, горожанка считает подобные акции нужными. Люди приходят с вопросами, спрашивают, что их интересует. Везде пишется, что с 18 года увеличен пенсионный возраст. А полгода будет увеличиваться и дойдет до 63. Мне 54 года. Если бы по старому закону, я бы пошла 58. Через 4 года, а так только через 8 лет. Поэтому я спросила, закон это утвердили или нет. Но мне ничего определенного не ответили. В борьбе с коррупцией оказание муниципальных услуг в электронном виде – один из самых главных инструментов, считает заместитель руководителя областного департамента по делам госслужбы Айбек Шельманов. Определенные успехи в этом направлении уже достигнуты. Так, на сегодняшний день 70% всех госуслуг можно получить онлайн. И люди должны об этом знать, уверяет чиновник. Порядка 20 услуг оказывается без ЭЦП. То есть без ЭЦП может человек, не выходя из дома, получать эти услуги. Для этого необходимо зарегистрировать свой телефон в любом отделении ЦОНа. То есть этот телефонный номер будет зарегистрирован за вами. То есть сидя дома с доступом в интернет, вы можете получить услуги без ЭЦП. Присутствовавший на консультациях депутат областного маслихата Адильхан Исабаев напомнил о том, что и народные избранники могут оказать ощутимую помощь в решении общественно-муниципальных проблем. Самые частые обращения в депутатские комиссии касаются вопросов коммунальных услуг и регистрации. Мы, получая жалобы или заявления, приглашаем представителей этих организаций и, соответственно, задаем эти вопросы. И если вопрос, конечно, уместен или, можно сказать, который не вовремя решается, мы принимаем меры. Ну а те, кто не успел застать консультации от муниципальных специалистов, смогут это сделать в другое время. Дни открытых дверей в ЦОН будут проходить на постоянной основе. Сайра Монтаева, Мурат Адинаев, ТВК.